гитаре классической боёк должен располагаться вертикально, относительно поверхности земли. Почему? Потому что на макеваре мы не только набиваем руки и укрепляем ударные поверхности. На макеваре мы отрабатываем в том числе и приход ударной части на мишень. А ударная часть должна приходить на мишень таким образом, как это бывает в реальной ситуации. Так, как это бывает естественно. И, соответственно, мы сразу же видим, что вертикальное расположение байка имитирует вертикальное расположение тела человека. Он находится вертикально, вот он, имитация тела человека. И поэтому, если байок находится в каком-то отличном от вертикального положения, то есть либо наклонен вперед, либо назад, это уже будет имитировать соответствующее положение тела человека. Если байок наклонен вперед, то есть как бы к вам немножко, это имитация вот такого положения тела человека и такого положения головы. А при боковом ударе это имитация вот такого положения с головой или вот такого положения головы. Соответственно, если вы бьете боковую технику, вы тренируете ее на вертикальной макеваре, у вас рука приходит так, как надо, да, в то положение, которое нужно. И у вас абсолютно так работает боек, как работает и тело человека. Вы наносите боковой прием, голова отклоняется. Макевара отклоняется точно так. То есть прием, макевара отклоняется. То есть происходит имитация того, как это есть на самом деле. Реально. Тело человека отклоняется удар, макевара отклоняется. Это сентенция номер один. Давайте продолжим.